Так, ребят, всем привет, это Сквад. Давненько не играли, Сквад прошли, перенес обновы. Мы русские, против нас амеры. Так, Беттер разлочил, прыгайте и в саплай ко мне сразу. Возьмите лучше 50-ку, а не обычный Беттер. Да, похуй. Ну ладно, давай. Берите. Двигатель. Кто за рулем на саплае? О, поехали. Давайте в бета. Кто там остался? Бля, я не туда пошел. Ладно, фобу кину, блядь, потом к вам прилечу. Вы на точке сразу хапайте точки. Ну, к слову, ты про фобу читал? Чё там? Теперь на радио появляться нельзя. Теперь нужно строить хаб. Такая точка респауна. Там бункер такой, где он ставится. Палатку. Ёб твою мать. Сейчас радио лучше ставить на какой-нибудь просматриваемой местности. А вот этот хаб... где-то уже шифтом далеко от него. Тот это сейчас пониженную вели. Она не едет не так, тварь, блядь. Ладно, по реке пойдем. Беттер, на точку мчи, я метку дал на карте. То есть палатку такую же тыкаю, просто тут работает как и фобо, правильно? Сначала радио, потом эту палатку, на 100-400, по-моему, у русских. Или 500, не помню. Господи, ну и говно. Пятихатку она у всех стоит. Тут деревья очень жесткие, не забывай. Да, да, я вижу уже. Ёпта, блин, под обстрелом. Я пиздов отхватил, короче. Это было ожидаемо. Беттер, проходи дальше, блядь. Так, Беттер под обстрел. Вышли. Справа. Суплай пизд. Да. Беттер, не стой на месте, не стой. Беттер минус. Ну вот чей-то беттер есть. Работай на 150, катайся вдоль дороги, взад вперед, на юг работай. Все, кто живые, остался дымы, давайте. И ко мне подползайте, хотя бы в респ дам вам. Нихера тут работает, блядь, пацаны. Да это ожидаемо было, что нас встретят. Надо было хотя бы за базой заехать. Сейчас вам разлочу тачку. Стойте, там нет ничего, да, уже? Нет, блядь. Ничего. Нет. Ну это пиздец. Медик, ты живой там? Майны. Там еще второй. А нахуй сиди второй БТР. Пиздец. Сука, изначально не по той дороге поехали, так и приехали в жопу мира, блядь. Заходите, парни, на точку. Сейчас я там это к подходу к точке дам, к первой. Ту пока оставляйте.
Надо райлик будет кинуть сам. Да, да, сейчас подойдем поближе. Эх, я не ожидал, что так прям жестко разъебут. Все, точку взяли они. Бля, ну мы в любом случае не дефи, мы штурмуем. Пускай дефи там сидят. Беттера же мы два взяли, правильно? У нас два беттера были. Да. Бля, а чё они остановились на дороге? Надо было курсировать, ебашить нахуй. Переходящий райлик дал. Уходите на юго-восток и через юго-восток проходим. Отлично, сейчас еще райлик поближе поставим на всякий случай, если фобу прижмут. У нас на фобе уже идет. Принял вас. Идем на точку, забейте на фобу, пускай воюют на фобе. Наша задача точка. Так, Бел, стой здесь, стой здесь. От меня на ноль, близко. Сейчас дадим здесь этот релик. 50 секунд. Санта, от тебя севернее противник на карте помечен, от меня пометь страйдера. На севере метров 50, наверное, от меня. Так? 50, где-то так. Да. Принял. На фобе уже время там скачет, значит рядом они где-то. Да. Сука, заметил меня. Держись. 30 секунд, парни. Где наши трубы? Кто трубач? Я убит. Принял. Медик, это не сам по себе играешь, а на толпу играешь. Да, толпу. Трубач у нас НТ. Все, пошли. Впереди контакт. Легли. Сантыч, там же свой один впереди. Ну вот около дома впереди, он объебашил меня, где он свой-то? Нет, он свеженький. Так, наших всех на грейпфарме вынесли нахер. Ползком пошли вдоль бровки. Вдоль бровки уползают, тут дымы отдайте. Ой, тут жарко, блядь. Попробуй 4 минуты. Я зачищаю. Я бинтуюсь. Ох, ебать, жарко. Я отойду на это.
Давай. Ехать. Прям туда, к точке. Так, тормози. Контакт сейчас впереди будет. Да, потихоньку вперед. Вон прям... он справа в развалинах. Вообще его заебали. Вон он лежит. Угу, пошли, пошли, пошли. Не торопись, медленнее. Вот такую вот техничку добавили, ребята. Так что теперь тут можно понагибать. Сейчас на грейп, наверное, с тыла зайти лучше или как? Да, да, да. Стой, тут бы райлик дать нам на двоих. Проезжай, надо попробовать райлик дать на пацанов. Вот к медику. Медик, стоп. Пошел. Чей бэттер впереди? Наш. А ну тормозни. Так, они перед вами на дороге. В дыму. Прокати вперед чуть-чуть. Объедь, объедь, дом закрывает, я ничего не вижу. Я сам подойду, отходи назад. Отходи назад, снайпер бьет по тебе, я тебе говорю. Что делать? Вперед прокати, я не вижу, ты за зданием стоишь, я не вижу, по кому работать вообще. Стоп. Стоп. Да, блядь, да остановись ты, еб твою мать. Прокати чуть-чуть вперед. Чуть-чуть вперед. Отлично, стой. Не слышу тебя вообще. Все, принял, принял. Стой, нормально. Проезжай вперед. Объедь этот БТР. Ага, прям на дорогу ровно с вами. Ага, стоп. Еще чуть-чуть. Стоп. Стоим, пока стоим. Стой, стой, стой. Парни, что там, на точку зашли? Да, отходи назад. Все, все, все. А ты, ты живой, нет? Медик, у меня водила кончился, походу. Нихера, о чем говорит. Сиди на этом, на пушке. Точки подходим. Так, справа
Прямо, 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 прямо. У тебя есть чем работать? Нет, мой запас вообще нет. Принял. За нашим бетером справа. Бля, сейчас сгорим. Их там человек 5. Да, я вижу. Выходи. Хотя, слушай, наверное, сразу к зарядке лучше, я отсюда работать смогу. Так вот она, зарядка рядом с нами. Или это не она? Она, стоим. Все, парни, просто с майна отстреливайтесь. Это слив тут, наверное, вариков уже нету. Да, сквад такой сильно. Ну, тут БТР определенно крут. Ну, тут слив нас прижали, мы не смогли взять первую точку, там завафлились, в частности, я там со саплаем не смог поставить, но в среднем, все, давай на этот, на ремонт. У нас фул. Так мы отремонтировались. Ну, и все. Отъезжай. Потихоньку по центральной дороге медленно прям выкатывай. А что там, блядь, вырезался? Да, забор. Что-то БК нет нихуя. Да, быстрее через забор, дай краник. Давай, 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 давай. Проходи там, пока нету еще никого. Так, остановись. Бомбу захватывайте, высоту, что вы, обходите, через забор обходите. Левее. Юго-восток. Вот сюда заедешь, и ты остановись. Стоп. Еще вперед поехал. Еще, еще потихоньку. Потихоньку вперед. Чуть назад. Назад. Еще. Еще чуть-чуть. Стоп. Вперед. Вот справа вход у БТР. Внизи них. Да я работаю туда. Прямо. Стой, бля, вот они лежат. Да, я не могу туда стрелять. Давай, проезжай прямо, и... проезжай. Спасибо, Пидик.
Нормально? Норм, норм, стоим.